Удастся ли региону вернуть былую славу текстильного лидера страны? Когда под Вичугой начнут строить комбинат синтетического волокна? И как ивановцы помогут всей России избавиться от сырьевой зависимости? Следствие покажет бытовое насилие и обнаглевшие взяточники. Здесь в полной мере должен быть задействован ресурс наших печатных государственных СМИ. С молодых ногтей какой способ борьбы с коррупцией слуги народа считают наиболее эффективным? Небрежность или роковая случайность? Мистическая подоплека пожара в Кинешме. Дым из пола идет. Как мистика какая-то. Ни с чего. У нас новая проводка. У нас все идеально сделано. Как живут и на что надеются многодетные погорельцы?